Там же приложение мне показало, я на радио работаю, оно мне показало время ожидания, ну, несколько минут какие-то. Я под них песню поставила, а вы раньше приехали. Я, простите, ну, за... Ясно, куда едем? Едем на Димитрова, 28. А выйти в эфир надо обязательно, попрощаться, программу заканчиваю и... Ну, радио-то тоже здесь или где? Да, да. Да, так и радио здесь, да, это же ВГТРК, оно же вещает одинаково. Да, да. 200 плюс, да? Да, 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 все радио выходят. Так, а 28-й на Димитрова. Это заезд откуда туда? Мы с Ярмарочной площади. Мы с водителем вот здесь. По Луганской этой, да? Да, там едем. А можно с Донбасса. Откуда снизу? Ну, как бы... Да не, надо на сам квартал так заезжать. Квартал-то я знаю где. А 28-й дом я не могу вспомнить. Это, как вы скажете, гимназия нового поколения. А, все, понял. Это оно, да? 28-й ниже дом. Все, все, понял. Ну, в общем... Мы поедем. Там они что-то перекрыли. В общем, едем к академии, да, или как она называется? Новое поколение. Светофор не работает. Они у нас все теперь академии. Ну да. Тут... Модные все. Ага, теперь выпускают магистров, бакалавров. Да, да, те же. Да. Плохо, когда светофор не работает. Они работают, да? Нет. А, так это вы на радио Вести, да? Есть какой-то радио луганский? Свое радио, Республика, Победа. Да, а, выходи, да. Там стои около столбика, у нас будет черная машинка. Да, да, выходи и стой там, под столбом. Соединение установлено. Есть, Республика, свое. Все, все, победа. Вспомнил, да. Ну, я вот слышу вот одно.